зону обслуживания филиала «Кубанинерго» Юго-Западной электрической сети входят подстанции и высоковольтные линии 35-110 кВт, обеспечивающие энергоснабжением сельские округа Анапы. Директор предприятия Дмитрий Головаха рассказал о комплексе мероприятий, которые способствовали укреплению надежности энергоснабжения населенных пунктов города-курорта в 2014 году. На каждой из этих подстанций заменены трансформаторы с 25 мегавольт ампер на 40 мегавольт ампер, то есть мы увеличили трансформаторную мощность. Также была выполнена реконструкция сети 110 от подстанции Бужора. Это основной центр питания 220, который обеспечивает электроэнергию уже и наши подстанции, и Анапский район в целом. Увеличена трансформаторная мощность на подстанции Пионерская. Это подстанция 35/10, которая, в принципе, обеспечивает электроэнергией поселок Витязево. И можно сказать, что, и этим летом, которое было, и прошлым летом, уже верных отключений, которые были в прошлые года, они не наблюдались со стороны «Кубанинерго». Поэтому ситуация меняется в лучшую сторону. «Кубанинерго» по всем вопросам тесно сотрудничает с администрацией муниципального образования. Совместно по инициативе городских властей провели большую работу по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Недобросовестных потребителей много, и из-за них страдают другие жители курорта. Дополнительная нагрузка на сети в конечном итоге приводит к сбоям в энергоснабжении. В ходе рейдовых мероприятий выявляли факты несанкционированного подключения к электрическим сетям, установку счетчиков с функцией контроля разрешенных мощности. Сейчас мы нашли общий подход к этому вопросу администрации города Анапы. Кстати, наверное, необходимо и сказать им огромное спасибо за ту помощь, которую они оказывают, и вот то содействие, и наши плодотворные, встречи, которые проходят у нас. Реализация инвестиционных программ энергетиков также идет в соответствии с общей стратегией развития курорта. «Кубанинерго» старается связать свои планы строительства и реконструкции энергообъектов Анапского района с развитием жилищного строительства и курортной зоны Анапы и прилегающих сельских населенных пунктов. Для присоединения новых потребителей ведется строительство комплектных трансформаторных подстанций и линий электропередачи. С учетом этого бурного развития, компании принято решение, и сейчас уже эти трансформаторы меняются на 40, то есть уже один трансформатор в работе, два трансформатора стоят на подстанции, и я думаю, что в первом квартале 2015 года эти трансформаторы будут в работе. В октябре в Анапе открылся центр обслуживания клиентов юго-западного филиала «Кубанинерго». Жители Анапского района в одном месте могут решить практически все вопросы, связанные с работой электросетевого комплекса, оформить документы на технологическое присоединение, получить дополнительные услуги, подать жалобу или обращение, оплатить квитанции. Для обеспечения надежного энергоснабжения в «Кубанинерго» на 2015 год запланирован ряд мероприятий. Реконструкции подстанции распределительной сети, строительство новых трансформаторных подстанций и воздушных линий. Филиал прикладывает всевозможные усилия для того, чтобы свести к минимуму возникающие проблемы.